Иди ко мне. Друзья, всем привет! Сейчас с Джиной поплывем на тот берег и посмотрим, кто быстрее. Туда-обратно. Погнали! Тайсон, а ты в качестве оператора будешь сидеть и смотри, чтобы телефон никто не спер, ладно? Тайсон, за ответственного. По сторонам правильно смотри, туда и сюда. Короче, друзья, поплывем сейчас примерно вон туда. Там, конечно, людей тут много. Ну, посмотрим, в общем. Мы, может, до конца выходить не будем. Доплывем по обстоятельствам и назад поплывем. А вы следите. Следите, чтобы я не утонул или Джинка. Если что, знаете, где нас искать, ладно? Сразу скорую, там МЧС вызывайте. А мы, короче, поплыли. А то Джинка уже тут скулит. Тайсон внизу будет сидеть за оператора. Либо его сейчас вот сюда посажу, чтобы он у вас на виду был, да? Ну чё, я поплыл. Тайсона оставлю здесь. Как-то очково, далековато просто. Джина увидела, Девушка с собакой идет. Сейчас будет контент. Сейчас запишем контент. Здравствуй, Света. На самом деле мы уже виделись и как бы уже гуляли, так что все нормально. Отпускать, конечно, уже их не будем с поводков. Да, на поводках так, как видите, нормально. Клёпа очень рада Тайсону. И Джинке тоже рада, да, и Джинке. О, Джиночка, смотри, и поваляться. Говорит, извини меня, Клёпа. Света, мы с тобой больше не будем ссориться. Все, мы больше не будем ссориться. Мы уже помирились со Светой. Мы можем гулять вместе, но только на поводках. Но Света боится, ну и правильно делать, не надо. Потому что у нас собака опасная. Лучше аккуратничать. Блин, а мы сейчас на тот берег сплавали. Я так испугался. Я думал, я это, Джину потеряю. Она начала воды хлебать. Так, друзья, буду комментировать за кадровым голосом. В общем, как видите, Джинка меня очень легко и быстро догнала. Догнала и начала карабкаться сзади на меня. Ну, не знаю, она, наверное, хотела мне на ручки залезть и запрыгнуть. Короче, мне пришлось разворачиваться, в общем, говорить ей: «Джина, Джина, иди вперед». А в этот момент я был занят Джиной. Оказывается, Тайсон, глядя на нас, что-то заскучал и решил поплыть вместе с нами. Хотя я не ожидал, что он этого сделает. В общем, я дальше плыву-плыву, Джина вокруг меня, в общем, на меня пытается залезть. Я говорю, вперед-вперед. В общем, в итоге она поплыла вперед, я за ней кое-как, короче, не получилось у меня. Она все равно оказалась быстрее. И в этот момент я разворачиваюсь, вижу, Тайсон плывет в нашу сторону, и голова у него прям еле-еле торчит из-под воды. А там на середине волны побольше, и с его короткой мордой ему было бы там, блин, ну сложнее. Он бы вообще мог бы захлебнуться и уйти на дно, потому что волны вот так прям играют, а с его мордой, да, короткой, не вариант. И в общем мы плывем. Сейчас вот я плыву там, то есть вы не видите ничего, а я мои ощущения просто вам рассказываю. На обратном пути было вообще жесть, я испугался очень. В общем, плывем и плывем, и смотрю, на нас все смотрят. Я оцениваю обстановку на том берегу, пока подплываем, в общем, к берегу.
Свижу, на нас все, в общем, отдыхающие, лежачие, стоячие, сидячие люди, все смотрят, думают, о, что за дураки там сдалека плывут-то. И, короче, я выбрал место такое вот, где поменьше людей. Думал, сейчас мы к берегу подплывем, выйдем немножко, передохнем и назад поплывем. В общем, приплыли мы, причалили к берегу. Джинка спокойненько, не знаю, вам тут видно, не видно нас. Мы причалили к берегу, Джинка спокойно вышла, отряхнулась, погуляла там туда-сюда. Еще раз отряхнулась, в общем, все на нас смотрят, я тоже чуть отдышался. И мы решили поплыть назад. Я вот, правда, сейчас не вижу, я, может, потом при монтаже увеличу. Не вижу себя, мы уже назад плывем или еще там стоим. В общем, и периодически я поглядываю на Тайсона. Я очень переживал еще за Тайсона, не дай бог он сейчас поплывет, пока мы на том берегу, и на дно, не дай бог, пойдет. Потому что там такие были волны на середине, с его короткой мордой, ну блин, ну очень было, вообще не вариант ему было плыть. Джинки морда длинная, еще более-менее, и то она начала вот захлебывать воду на обратном пути, я так испугался. Так, судя по всему, мы пока еще там стоим, я что-то нас не вижу. В общем, я хотел вылезти и помахать вам рукой, но я так понял, что отсюда нас вообще не видно, потому что это очень далеко. Ну, вы, короче, не знаю, на перемотке или нет буду, короче, посмотрите, насколько мы долго... Недолго плыли, да, но далековато, в общем. И все это время Тайсон за нами наблюдал. И я, когда вылез на тот берег, смотрю сюда, здесь человек прошел, девушка туда, потом обратно прошла, в общем, за камерой. Я тоже наблюдал, мне тоже переживал, чтобы никто там не подошел к камеру, к телефону не утащил. Ну, вряд ли бы кто подошел, потому что слева был один рыбак, тут еще собака стоит рядом, вещи чьи-то. У нас, в принципе, нет такого, чтобы там кто-то что-то воровал на пляжу или где-то на озере. Но все равно, как бы, переживания были. И, в общем, мы там это передохнули, и Джинка сама стартанула первая. И я за ней тоже стартанул. И, короче, плывем мы назад. Не знаю, сейчас, может, чуть-чуть перемотаю или подождать, пускай мы приплывем, чтобы я видел. Чтобы комментировать именно, передать вам свои чувства, эмоции, что я переживал в тот момент, когда я плыл уже назад, уже на середине пути обратном. Как я перепугался, потому что, во-первых, я устал, туда приплыл вроде нормально, но знаете, мышцы очень забиваются сильно, когда ты интенсивно плывешь в одну сторону, то есть не на расслабоне, а именно быстрее-быстрее плывешь в одну сторону, такое большое расстояние, я вижу, мы уже плывем. То есть я вылез, да, мы чуть-чуть отдохнули, дыхание восстановил, но мышцы я уже чувствовал, что уже забиты. И, в общем, мы плывем назад. И на обратном пути в этих больших волнах Джинка начала захлебывать воду. Я уже как бы тоже плыву, мышцы забиты, и я как бы устал, хотелось бы уже просто на таком расслабоне плыть, но я понимаю, что надо быстрее, я тоже еще и за Тайсона переживал, что он, не дай бог, поплывет в нашу сторону и вдруг потонет. Я вот, блин, реально переживал за это. И тут Джина плывет, тоже уже быстро, уже она там со мной рядом не церемонится, она уже плывет целенаправленно сюда, к Тайсону. И захлебывает воду, раз-два, и прям хэкает, там раз захлебнуло, два, я думаю, не дай бог, а я вижу, что, ну, я чувствую по себе, что у меня мышцы забиваются, но у нее тоже забиваются, получается, плюс она еще воду захлебывает, я думаю, не дай бог, сейчас что-нибудь у нее там это, судорога или еще что-нибудь схватит и на дно пойдет, блин, или там приступ какой-то там, я не знаю, на дно пойдет, вот что буду делать? Тот момент, блин, когда еще я уставший и на панике собака будет тонуть, это пипец просто. Я так перепугался, я говорю, Джина, давай, вперед. И вот здесь где-то уже она там чуть-чуть правее пошла, я говорю, Джина, давай, вперед. Посмотрел направо, мужик плывет, думаю, ну ладно, если что, буду кричать, помоги.
И, короче, уже к берегу подплываем. Блин, как я устал. Но, судя по всему, как Джинка вылезла, она даже пасть не открывала, не дышала. То есть, вообще нормально. Но я... Ну, все равно, в любом случае, мышцы забились, я думаю, у собаки тоже. Вообще не советую, друзья, повторять, очень сложно. Я вот вылез, у меня прям все забито, я не мог отдышаться. По мне так вот не скажешь, но я не то чтобы прям сильно устал, а я просто переживал за Джину и за Тайсона, что Джина захлебнется или Тайсон к нам поплывет. И вот все вместе взятое, вот эта вот усталость, забились мышцы и вот это переживание, я... У меня участился пульс, то есть я не мог восстановить дыхание. Из-за этого я вот согнулся. Не то чтобы прям устал, смотрите, у меня даже бицепсы забились. Вот посмотрите, до того, как я поплыл, у меня все висело. И сейчас у меня просто все распухло. Я стою, не могу прям вот дыхание восстановить. Тайсон здесь за оператором был, а мы туда плавали. Все, короче, мы пошли гулять. Пишите лайки, ставьте лайки, пишите комментарии. Говорите, Светка, молодец, что вернулась к нам. И правильно сделала. Все, пошли. Контент снимаем. Сейчас драка будет. Ну вот, видите, две добрые собаки, они не подерутся. Пошли. Ух ты, как стоит. Вот. Ну, Света, чё моя собака неадекватная? Ты посмотри, ей вообще насрать на всех. Адекватная? Адекватная. Ну, вот. Ну, моя собака адекватная, вспыльчивая, да. Как хозяин. Да, как хозяин вспыльчивая. Но быстро отходчивая, как хозяин. Просто это, решили с вами чуть-чуть вот подспоходить с собачками, что... Они как бы вроде подрались, но злости друг на друга не держат. Могут гулять, но, конечно, уже без провокационных всяких игрушек. Так спокойно могут гулять. Да, Тайсон? Сейчас нас Джина догонит. Вот Джина бежит. Страшная, опасная собака. Сейчас сожрет клёпу. Ех! Что-то передумала. Чего ты, боишься? Пошли. Только пальцы зажили. Где, кстати, покажи. Все, уж не отвечаю. Где? Ну, вот тут отпечатки, одно, да. Как на собаке. Ну, а покажи клёпу. Клёпу? Ну, пока Джина ушла, покажи быстрее, чтобы она не видела. Сидеть. Иди гуляй, гуляй. Ну, что, там не видно. Ну, да, вот такие вот дырочки. Уже загорели. Пошли, пошли, пошли. Джина! Джина, вперед! Я же боюсь. Смотри, смотри, она уже это, чувствует себя виноватой, уже не хочет. Пошли, Джина! Все, я вижу уже, да, Джина переживает. Надо сейчас взять на поводок. Пошли, пошли. Все, сейчас возьму на поводок. Я уже вижу Джину. Она видит, что папка переживает. И тоже включит. Только что она нормально шла, вот сейчас ее отругала она. Сразу обиду затаил. Всем привет. Дима хороший. Дима хороший, Джина хорошая. Все хорошие. Все, не ругайтесь. Света хороший, не ругайтесь хороший. В комментариях. Все хорошие, просто бывает иногда такое. Да. Мы все помирились, собаки помирились. Идем гулять дальше. Ставьте лайки, пишите комментарии. Друзья, опасно очень. Я больше переживал не за себя, а за Джину. Она вроде плывет нормально, но на обратном пути воды стало вот прихлебывать чуть-чуть. И я понимаю, как это тяжело, когда захлебываешь воду, а тебе надо гребсти, а сил уже не остается, потому что мышцы очень сильно вот забиваются, особенно вот тут вот. У меня аж до тошноты, правда, я так перепугался за Джину. Я думал, сразу мысли такие, а вдруг она там где-нибудь начнет тонуть. И я уставший. Пипец.
Фух. Очень сложно. Ой, меня же что-то затошнило. Джинка там валяется. Я до сих пор не могу отдышаться. Короче, друзья, она очень быстро плавает, поэтому ее нереально обогнать. Она вот так вот вокруг меня может плыть, а и все равно быстрее меня. Фух, ладно. Джинка, ты молодец. Она что-то даже не запыханная какая-то. Смотрите, пасть не открыта. Тайсон, бедолага, ты весь грязный сейчас будешь. Мокрый. Поплыл за нами, испугался, да? Ты за папкой поплыл, да, Тайсон? Испугался, мой хороший. Куда они пропали, далеко уплыли. А я не думал, что он поплывет. Потом раз оглянулся, он плывет. Причем так медленно. Не знаю, он бы переплыл бы тоже. Но ему вот как-то он проще вот под воду уходит, потому что у него пасть короткая. А там середине волны от ветра. Тайс, нельзя. Нет. И если Джина захлебывалась, попадала в рот вода, то с его короткой пастью он бы мог точно на дно пойти. Все, Тайс, иди, молодец. Иди туда. Иди туда, поваляйся. Извозюкался весь грязный, блин, и Джинка тоже. Фу, друзья, короче, такой эксперимент. Опасно, очень опасно. Если вы не уверены, что ваша собака переплывет, то лучше не стоит. Я-то в себе уверен. Если я устаю, я могу просто на воде полежать или на спине поплыть спокойно, расслабляюще. А вот за собаку... В Джине я, в принципе, уверен, она не устает нифига и плавает хорошо. Но просто когда захлебывается человек или собака, там просто волны на середине. В нос все заливается. От этого дыхание сбивается, ритм. Учащенное дыхание, да, собака может переживать начать. И с этой паники может на дно пойти. Так что... В воде, с водой шутки плохи, и если в воде оказываетесь, лучше не паниковать, все спокойно, осознанно делать. Если тонете, то не паникуйте. Идите на дно и не паникуйте. Да, Тайсон? Короче, Света решила с нами и с Джиной поплыть в одной лодке. Только без клёпа. И с клёпа, и с Джиной. Здрасте, а можно с собаками? И сколько стоит? Ну, на лодке, да. Только на них жилетки не будет. Не, они плавают нормально. Так, сколько тут? Почем лодка будет? Куда пошел? Там же написано. Лодка двухместная, 300 рублей 30 минут. Ну, нам 30... Вам рекомендую трехместную брать, у вас собаки. Да, они маленькие. Ну, да. Ну, ладно, это пофиг, 400 рублей. Так, а в катамаране места не будет, да, там для собак? Там, а вот эти штуки надувные, как она называется? Сапли. Сапли? Сапы. Сапы? Ну там для максимум 2 человека. Собака туда никак, да? Ну, вон она, доска, видите. Понятно. Короче, если что, надумаем, придем с собак. Ну только не сегодня. У нас сегодня много собак. А в лодку сколько собак можно поместить? А ты сколько у вас их? Ну вот, например, 2. Ну, конечно, можно. Поместим. И 2 человека. Да. Так что как-нибудь это. Джинка, все, пошли. Тайсон. Пошли, Тайсик. Тайсон, пошли. Тайсон пошел сейчас. Сейчас он к вам там пойдет, это порядок наведет. А это ваша, да, собака? Нет, это там. А-а-а. Пошли. Джина, Тайсон. Так что вот, возьмем в одну лодку клёпу, Джину и будем плавать. Контент снимать. Да нет, я шучу, конечно. У Светы глаза на лоб вылезли. Я же шучу, конечно. В одну лодку вы что, нельзя. Они даже в машине в одной вряд ли поедут. Что, зацепятся и все. Что делать? Короче, вот такие дела. 400 рублей за лодку. Я думаю, нормально, да, поплавать с собачками? Так прикольно. Туда-сюда сплавал. Я думаю, хватит. Все, пойдем. Пойдем. Клёпа довольна. Жопой виляет. Любит Джину. Любит Джину. Кусать. Люба, Клёпа всех любит. Как Тайсон. А Джина понимает и ее избегает лишний раз.
Все, пошли гулять. Всем пока. Вот такая у нас красота. Кто знает, как называются эти деревья, напишите в комментариях. Как моя это... Какая капуста? Брокколи? Или цветная? Ива. Смотри. Нет, цветная капуста. Сдалека смотришь, она так выглядит. Спортсменки вон. Ой, нельзя же. Блин, тут и Светой. Ух, какой ты загоревший отсюда, реально, по телефону смотришь. Все, собаки прощаются. Света, пока-пока. Все, всем пока-пока. Пошли. Клёпыч, пока. Пока. Погуляли, покупались. Пока-пока. А папка вот со штативом вот таким ходит. Такой вот у нас сегодня получился денек. Я целенаправленно сегодня шел на озеро заснять вам такой контент, кто быстрее переплывет на тот берег, Джина или папка. Потом, значит, встретили Клёпу с Джиной. Ну как встретили, мы списались, я говорю, мы там-то, там-то, они подошли. В общем, я хотел записать вам видео, как бы. Я говорил, что их больше у нас не будет, да, я как бы не хочу лишний раз там вам больше снимать, но вот мы уже второй раз с ними погуляли, и я хотел вам именно записать то, что, чтобы вы видели, что Джина у меня вполне адекватная собака, а не такая, как про нее вот многие пишут, что она неадекватная, и бросается на всех подряд просто так, понимаете? Мне вот это важно было записать, да, вот мы потом гуляли дальше, встречали других собачек, я не все, конечно, успел записывать, потому что телефон был у Светы, у меня шорты мокрые, поэтому я ей телефон дал, чтобы он у нее в кармане был. Поэтому не всех собак снимал, как мы мимо проходили, Джинни вообще по барабану на всех собак, она идет всегда рядом. Также и гуляли вот с Клёпой, абсолютно ей все равно. Если бы она была неадекватная собака, какая-нибудь агрессивная, вот питбуль, да, неуправляемая, бесконтрольная, она бы кидалась на всех собак, просто любая собака бы подошла, она бы ее сразу схватила, ну, как обычно вот питбули такие вот делают. А она ей вообще не до этого, понимаете, и у нее нет в голове такого, чтобы сожрать там, покусать собаку. Да, она может вспылить там из-за игрушки, опять же, если нету игрушки, никакой вот провокации. Джинни вообще по барабану, она может спокойно играть. Да, я вижу, что если там к ней будут приставать, и лучше, конечно, избегать вот этого. И если гулять вот с Клёпой, то лучше уже на поводках. Потому что Клёпа все-таки она вот иногда заигрывает с Джинкой. Джинка идет вперед, она с ней заигрывает. Может там что-то там как-то ей не понравится, психануть опять вот. Она вот такая вспыльчивая, да. Причем у нее сейчас сложная беременность. В это время собаки у нее больше, они возбудимы во время течки и ложной беременности. Это тоже надо учитывать. А так, когда гуляем на поводках, если собак ничего не провоцирует, они абсолютно спокойно гуляют. То есть я вот про Джину. С Клёпой-то понятно, она добрячка, она еще ей год. Надеюсь, такая и останется, добрячка. Ставь нам это вообще без вопросов. А вот Джинка иногда может вспылить, да. Она такая, вот как я тоже, могу вспылить, и тут же через пару минут я отхожу, я быстро отходчив. Она такая же, она злости не держит. Если она может подраться из-за игрушки, опять же, не потому, что ей кто-то не нравится из собаки, она поддерется, и потом будет злость держать на эту собаку. Нет, а именно вот из-за игрушки, да, какой-то повод был, она подралась, все. Игрушку отобрали, делить нечего, собаки дальше могут спокойно гулять, абсолютно нормально. То есть это говорит о том, что собака вполне адекватная. И не надо писать, что у меня Джина неуправляемая, неконтролируемая, неадекватная собака. Это обидно, конечно, потому что это таким не является она такой. И мне слышать такое обидно. Поэтому я вот хочу вам всегда стараюсь почему-то доказать, что она такой и не является.
Хотя по большому счету мне как-то все равно, что вы там. Не, ну мне не все равно, что вы там думаете. Вы все-таки мои зрители. А те, кто вот меня не понимает и это пишут, мне почему-то хочется им вот показать именно то, что они не правы, да, вот переубедить их в этом. Снимая вот эти вот ролики, что она с клёпой нормально, что она с другими собаками. Да, я говорю вам, что если к Джинни подойдет какая-нибудь крупная сука, она с ним не будет нюхаться, играться. То есть это все конкуренция. То есть, но это не потому, что она питбуль и крупная сука, а это просто потому, что собаки однополые, в принципе, они не всегда дружат. Очень редко, когда однополые собаки, кобели или суки друг с другом спокойно могут гулять. А тут еще и питбуль. Поэтому она крупных сук, не знаю, вот у нас там во дворе гуляют две старенькие крупные, она на них вообще внимания не обращает. Опять же, выборочно. С кобелями крупными тоже выборочно. На мелких она вообще внимания не обращает. Так что вполне адекватно ведет себя Джина. И контролирует со мной, как вы видели, я могу. Я ей, конечно, когда там клепу я заснял, потом Джинка подбежала. Я что-то на нее так посмотрела, я ее сразу ногой хоп откинул, короче, чтобы, ну, сразу, чтобы внимание она свое переключила на другое. Потому что бывают такие моменты, что вроде нормально, и тут бац, она может психануть из-за какой-то фигни, непонятно. Поэтому надо вот это контролировать. А это я контролирую, как видите. Если я отпустил с поводка свою собаку, я за все происходящее в ответе. Поэтому я смотрю внимательно за Джиной, за ее настроением, намерениями. И в нужный момент я ее просто вот пресекаю, чтобы она внимания на клепу не обращала излишнего. Она и так, в принципе, не идет особо-то в контакт, не заигрывает, потому что она помнит все-таки, да, что случилось, и понимает, что это мне не нравится, и старается избегать вот этих вот всяких лишних там этих. Она понимает, что мы как бы гуляем вместе, но она не хочет с ней как-то особо контактировать, потому что она достаточно как бы уже взрослая, а клёпа все-таки еще молоденькая, поэтому она вот ко всем вот так вот играться лезет, ластится. То есть у нее на душе как бы вот доброта такая, поиграться, повеселиться у клёпы. А Джинка более постарше, она уже такая посерьезнее, поэтому она вот и избегает вот таких лишних, понимает, что может вспылить, и избегает вот таких вот этих, в общем, этих контактов. Так что, друзья, мы со Светой помирились, с клёпой мы гуляем нормально, абсолютно вообще моя Джина реагирует нормально на всех собак. Так что ставьте лайки, пишите комментарии, а мы пошли домой. Пока-пока.